Память живая. Велопробег под такой назвой прошел сегодня у Гомеле. Его промерковали до 75-летия перемоги у Великой Айчинной войне и Дня Незалежности. Удельники, студенты и супрацовники Гомельского державного медицинского университета. Стартовал пробег для корпуса ВНУ, где с добрыми пожаданиями до велоаматоров звернулся ректор Анатоль Лызиков. Затем удельники накировались до мемориала народным ополченцам и усклали кветки. Далее 15-километровый маршрут уключал заречную зону Сожа. Хочу от души поздравить все студенчество, всю молодежь Республики Беларусь, гомельчан. А проедем мы по местам памятным, по местам мемориалов, воинских захоронений, вечный огонь. Хотим отдать дань и поклониться тем людям, которые, собственно, эту независимость для нас сохранили. Святочные молодежные велопробеги по знаковых местах Великой Айчинной войны у гэтые дни проходят у многих районах в области. Их удельниками станут больше, как 500 человек.